Внученька, я пошла к соседкам на чаек. Хорошо, бабуля. А я на пенсию ракету купила. Как ты на пенсию ракету смогла купить? Бабушки в России не такое умеют. Здравствуйте, агенты. У меня к вам секретное спецзадание. Ваша задача — спасти планету от новой угрозы. На Марсе был обнаружен монстр. Петруша, ты куда пропал, пень дырявый? Да я самогончик выпил и здесь оказался. Я думала, ты провалился в выгребную яму в уличном туалете. Я одна картошку копала. А я год не пил. Одна курей кормила. А я год не пил. Уже к Михалычу подкатывать начала. Чегось? Бр-бр-бр-бр. Ой, все, я устала. Полетели домой. А борщ дома есть? Есть. Ну тогда полечу.